В поселке Афипском прошла встреча с жителями, на которой исполняющая обязанности главы поселения Юлия Вакуленко отчиталась о проделанной работе за минувшее полугодие. Поселение динамично развивается и растет. Строится новое жилье, социальные объекты, ведется активная работа по благоустройству и наведению санитарного порядка, ремонту и замене тепловых и водопроводных сетей. Поселение ухожено в любое время года. Красиво цветут деревья, покошена трава, прокопаны куветы, дороги ремонтируются. Но, как и в любом поселении, существуют определенные проблемы, которые озвучили пришедшие на сход жители. Многих волнует вопрос растущего количества бродячих животных. Потрачено 350 тысяч рублей на стерилизацию бездомных собак. Согласно законодательству, после операции животных выпускают в ту же среду обитания. Были заключены договоры на стерилизацию 32 животных, из которых 17 нашли хозяев. Еще 20 животных было стерилизовано за счет средств бюджета муниципального образования Северский район. Но они вот на улицах появляются не сами по себе. Они появляются из-за того, что люди просто вышвыривают их на улицу, они скитаются голодные, бездомные. Они, вы понимаете, мы страдаем же сами же от своего бессердечия и равнодушия к животным. Также жителей волнуют вопросы перебоев электроснабжения. Представитель РЭС рассказал о предстоящих работах по модернизации сетей и замене нескольких трансформаторов. Как и прежде, проблемой является железнодорожный переезд в черте населенного пункта. Что делается в направлении пересечения автомобильного и железнодорожного транспорта в разных пунктах? Какие-то работы ведутся, они уже давно Новую транспортную развязку планируется построить здесь к 2027 году. Пожилые афипчане попросили организовать для них работу клуба по интересам, по возможности шахматного. Готовы создать клубное любительское объединение для категории граждан на базе Афипского дома культуры. Игорь Олегович уже ответил, что готовы, пожалуйста, останьтесь. Мы договоримся, в какое время вам будет удобно, кто будет участвовать. В целом, пришедшие на сход жители дали положительную оценку работе администрации поселения. Мнение граждан разделяет и глава района. Спасибо большое вам, вашей команде, депутатскому корпусу за эту работу каждодневную. Знаю, как вы относитесь к своей работе, вижу, понимаю.